Учебный год только начался, но школьные отряды ЮИД уже включились в работу. Вместе с инспекторами дорожного движения и родителями они проводят акцию. Акция «Внимание, дети идут в школу», так как перед началом учебного года и в начале учебного года в рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети», «Ребенок, пассажир, пешеход». Нами проводится совместная работа с отрядами юных инспекторов движения, которые у нас в городском округе Щелково, 129 таких отрядов, в них уже там более 2000 человек. В школе номер 11 имени Титова более 50 ребят состоят в отрядах юных инспекторов движения. Школьники с юных лет изучают правила дорожного движения, проводят профилактические беседы со сверстниками, подают правильный пример. О том, как должен вести себя водитель и пешеход на дороге, они расскажут и ребенку, и даже взрослому. Соблюдать правила, во-первых, смотреть по сторонам, не ходить в наушниках по дороге, и быть внимательным. В этом году Федора выбрали капитаном школьного отряда ЮИД. Признается, чувствует ответственность. Капитаном только вот, получается, первый год. Но вот сейчас только недавно стал капитаном. Но один раз доводилось мне быть капитаном вот подобного отряда, когда у нас еще не было ЮИДа. Ну, то есть от класса выбирали людей, мы ходили там на все эти прочие викторины. Капитаном быть, да, ответственно. Подобные акции, как «Внимание, дети идут в школу», далеко не в первый раз проводятся совместно с госавтоинспекторами. У школьников есть возможность на практике проконтролировать соблюдение правил БДД. И нужно сказать, с поставленной задачей ребята справляются. Не забывают напоминать сверстникам и о светоотражающих элементах на одежде и ранцах, необходимых в темное время суток. Некоторым юным пешеходам вручили такие браслеты в день акции и еще раз рассказали о всех правилах поведения на дороге. Анна Балиет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.